Сегодня будем говорить, почему, каким образом читание Махапрабху более милостив, чем Рада и Кришна. Ishwati Kolyan, Tanzi, 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 Tanzi,
бенгальский. Я только немножко понимаю. Радио надо купить. Он сейчас повторяет будет то же самое на английском. Терпение. Так. Угу, угу, легко заболела.
Реклама. Рекламная пауза. Шукадев Госвами после того, когда родился, сразу ушел в лес, и Вьясадев стенал, сокрушался вслед за ним. Я составил Бхагаватам, и мне нужен достойный человек. Сын появился и ушел. Он послал охотников для того, чтобы поймать мальчика. Вьясадев сказал: «Я скажу вам особую мантру, если вы будете ее цитировать, вы поймаете очень важного попугайчика». Какую мантру? «Парахапидам надаварам караная караникарам». Красота Кришны упоминается в трех местах Бхагаватам. Первый раз, когда наш Адигуру Брахмаджи Наумидьяте Брахмапюше. Второе, когда жены брахманов Мадхури описывают красоту Кришьяма и Ранья Паридхим. И третье, это описание гопи, когда Кришна идет пасти коров. Когда охотники процитировали именно этот стих, они действительно поймали много попугаев. И до захода солнца они пришли к Господу: «Действительно, твоя мантра такая эффективна, мы поймали много попугаев». Но видели еще кое-что странное. Что странное вы увидели в лесу? Один очень красивый, привлекательный, цветом дождевого облака юноша появился. «Мои дорогие друзья», — спросил он, — «откуда вы научились этой мантре?» И тогда мы ответили: «Нам дал наш гуру». «Где?» И этот джентльмен сказал: «Можете ли вы сказать, расскажите еще, какие качества этой прекрасной личности, о которой вы рассказываете эта мантра?» Ахабагьям дал следующую мантру. Путана пришла убить Кришну. Она смазала свою грудь ядом и предстала пред ним в качестве матери. Как это произошло? Когда Кришна родился, в Гокула Махаване у мамы Ишоды, тогда сестренка Кришны, Йога Майя, которая всего на 10 минут раньше пришла после него, когда ее принесли в тюрьму Камсе, она приняла четырехрукий образ, форму и пнула его. В твоем последнем рождении, когда Бхагаван появился в четырехрукой форме перед Васудевой и Девой, он сказал: «Вы в прошлой жизни были Пришне Инсутапа, поклонялись мне, хотели сына такого, как я. Кришна». И Кришна сказал: «Теперь мне нужно идти в Махаван». Он стал ребенком, Васудев отнес его в Гокулу, а мама Ишода родила близнецов, мальчика и девочку. Что произошло? Ишода Майя из-за своей усталости по рождению заснула. И когда Васудев пришел, он даже не знал это. Васудев положил ребенка и думал, что это его сын. Но сам уже присутствовал в Раджендранада Шамасунда. Вот точно так же, как два магнита. Когда
соединяются вместе за счет притяжения. Вот точно так же Враджендананда Кришна привлек Матуреша Кришна, и тот вошел в него. Васудев Махарадж не мог под влиянием йога майи понять ничего происходящего. А Ишуда была уставшая и тоже не видела этого. Васудев Махарадж принес девочку обратно. Она была сама йога майя. И когда она появилась в тюрьмнице Камс, она стала Махамайи. Я пришла. Пришла, чтобы желание объявить, что она пришла. Вот точно так же, когда Хануман появился на Шри-Ланке, он сказал, я пришел, сказал Сита Майи, чтобы все демоны знали во главе, знали, что я пришел. Чтобы они увидели мою силу. Если бы они осознали, какой я сильный, они бы сравнили, боялись бы Раму. Вот точно так же йога майя. Кот хотел показать свою силу, чтобы доказать, кто такой ее Прабху. Она сначала плакала, как ребенок. Вау, вау. Камс это время спал. Деваки сказал, о мой дорогой брат, когда проснулся, Камс и прибежал. Этот восьмой ребенок ведь не мальчик, это же девочка. Посмотри, какая красивая девочка. В будущем я отдам ее замуж за твоего сына. И она будет твоей невесткой. Посмотри, какая она красивая. Но Камса такой злобный. Он выхватил силой девочку. И хотел ее бросить с размаху на камень. Но она взмыла воздух и приняла четырехрукий образ. Когда она выскользнула из рук, она еще успела пнуть Камсу прямо по лбу. Камса отлетел далеко. О, глупый Камса! Тот, кто убьет тебя, родился далеко. О, так это же моя Деви, моя богиня, которой я поклонялся. Ах, эти злобные полубоги меня обманули. Они сказали, что восьмой ребенок убьет меня. Смотрите, какие они лжицы. Потом он сделал собрание министров. Вот здесь мы тут с вайшнавами собираемся, а у него в собрании министры одни демоны, демоницы и другие ужасные личности. Они думали о том, как убить Кришну. Как найти его во всех десяти сторонах света и как убить его. Разница между йога майя и Кришной 10 минут. Но они установили срок убить всех младенцев, которые родились плюс-минус раньше на 10 дней. Я уже объяснил в этом стихе качества путаны. На это бенгальски. Yeah.
слава. Итак, когда у них было собрание министров, присутствовали все демоны. Если человек обретает работу на государственной службе или в частной компании, нужно записать, заполнить анкету, и его имя заглавными буквами пишется. Рассмотрим имя Путаны. Путана. Пута, чистота. На, значит, нет чистоты. Если вы повторяете другие мантры, коми махамантры, ваше тело должно быть чистое, чистая одежда, ум чистый. А вот у Путаны чистоты нет. У Путана также и другое имя значение. Пут обозначает дети, сын. И на обозначает нет. Нет сына. Пока женщина пока не родит ребенка, у нее молоко не появится в груди. Она будет есть все так же, как и другие люди, но молоко появляется только, когда рождается ребенок. Таков закон. И так как у нее... Откуда бы у нее это молоко появилось? Это проявление родительской любви в отца Лиабавы. Когда Нитянанда Прабху был в Майяпуре, он иногда приходил в дом Шриваса Пандиты, садился на колени Малини Деви и пил молоко. Так много молоко текло у нее из груди. Это знак ее родительской любви. Вот у Путаны нет чистоты и нет сына. Путана обозначает нет ребенка. Другая точка зрения. Какая ее академическая специализация? Она легко убивает младенцев. Вот это ее образование, профессия. Третий момент. В чем? Если у вас есть работа, кто-то пишет разную национальность, какой кто-то китаец, кто-то россиянин, кто-то американец. А кто она? Ракшаси, ведьма. И другой момент. И она, какие у нее искусства, таланты? Какие таланты? Рудирасана. Она пьет кровь младенцев. Такой у нее талант. Еще один качество. Почему она находится на собрании Камса Махараджа?
Она мечтает убить Хари. Она хочет убить Бхагавана. Чтобы... Это ж какой должен быть менталитет убить Бога? Стананда Тапа. Я ему дам свою грудь, думает она. Что можно ожидать? Что Кришна сделал? Что она могла дать Хари? Внешне притворилась как мать, а Кришна дал ей высшее положение. Вот это жизнь и описание Путаны. Она была раньше, в прошлой жизни, дочерью Бали Махараджа. И когда Вамандедев пришел к нему на собрание за подаянием, он был такой красивый, привлекательный. Это качество инкарнации. Они всех привлекают к себе. Видя его красоту, вот эта маленькая дочка Бали Махараджа, ей так нравился его голосок Бали Махараджа. О, если бы он был маленьким, я бы его заботилась о нем, я бы взяла на груди. В уме она захотела это, и Бхагаван благословил ее на это. И когда Нараяна появился как Тривикраме огромного гигантского роста, он одним своим шагом покрыл Булок, Тапалок, Суталок, все семь высших планет, систем и ниши Атал, Джитал, Сютал, Калатал, Махатал, Расатал, Махал и семь нижних планетных систем. Не осталось больше места, чтобы поставить третий шаг, обещанный Бали Махараджа. Я только два шага сделал. Куда же я должен ступить третий раз? У меня есть еще какая-то собственность, Бали Махарадж. Посмотри, у меня голова еще есть. И тогда Ваманадев поставил свою стопу ему на голову. Ту лотосную стопу, которой жадно стремятся Брахма, Шива и великие. Но так нелегко обрести, чрезвычайно сложно обрести такие стопы. И вот эта стопа, не одна, а обе, он поставил на голову Бали Махарадж. Какой же он удачливый, Бали Махарадж. Когда он сделал так, его дочка разгневалась. Ах, так это злой мальчик. Если бы он пришел бы, как мой сын, я бы ему в груди дала бы сильный яд. И Бхагаван тоже благословил ее на это. Вот так она появилась, как демоница Путана. И что сделал Бхагаван? Бенгальский. Gracias.
Thank you.
Что произошло дальше? Я покажу, как милостиво Радика. Шрила Санатана Госвами Пад показывает Брихат Бхагаватамритам историю о Гопи Кумаре. После совершенства, когда он пас коров, Радика сказал ему: «О, о Сварупа, о Гопа Кумар, иди, иди в мир. Там один преданный нуждается в твоей помощи. Иди в материальный мир. О Боже, как же я пойду? А Кришна, как я могу пойти без его разрешения? Он расстроится. Но если я исполню желание Кришны, он будет очень счастлив, потому что она абсолютно пленяет сердце Кришны, владеет сердцем Кришны. И тогда Сварупа, Гопа Кумар был прислан Шримати Радикой. По его милости, Матура Раман, вот этот Браман из Матхуры получил милость. Я даю другой пример, как Радика милостива, как Махапрабху более милостив, чем Радика. У Кришны много сакхи. Его сакхи держатся на четыре группы: Свапакша, Випакша, Татаста и Суридпакша. Свапакша — это и ее группа, Випакша — соперники, соперницы, Сухрид — это друзья, Татаста — нейтральная группа. Свапакша Свапакша, Випакша, Татаста и Сухарид.
Радика, Лалита, Вишака и 8 главных саки – это свапакша гопи. Они находятся в группе Шимати Радики. Випакша – это группа Чандравали, соперницы. Там идет ее 8 главных саки. Татаста они одинаково относятся к Чандравали и к Радике, а Сухрит это подруги. Они более благосклонны к Радике. Вот, например, Шьямала. Она для Татаста, для Чандравали, а те, кто Татаста, те являются Сухрит для Чандравали. Кришна иногда идет к Радике, иногда Бадраму встречается, другие гопи. Что произошло? Однажды Радика, Кришна пошел в группу Чандравали. И а у Саки есть попугайчик, которому велели поехать присмотреть за Кришной. И тогда попугайчик доложил, вот сегодня он в группе Чандравали. Хорошо. Как Кришну привести обратно? Никунджа Юна, Ратикели Сида, Яялибир. Какое Никунджа? Никунджа обозначает кунджа, особое сокровенное место встречи. И Ратикели Сид, встреча божественной читы. Рады и Кришна встречаются вместе, а сегодня Кришна с Чандравали. Что же делать? Чем занимается наша Гуру Варга? Они советуются между собой, как Кришну привести обратно и провести от Чандравали к Радике. Вот у них тоже собрание во главе со Шри Рупой Госвами. Рупа Манчари, Рати Манчари, Лаванга Манчари, Виласа Манчари, Раса Манчари, Кастури Манчари, Манджулали, Раг Манчари, Раман Манчари. Все они на этом собрании. Они решили, что ответственность передает Рупа Манчари, потому что она главная. Рупа Манчари появилась. Она Рати Манчари и Рамана Манчари хранила очень близко к Раде Кришне. А потом забежала в кунджу к Чандравали. «Ой, спасите, спасите!» И упала без чувств. Что такое? Что случилось? Голос потеряла. Кришна подошли и стали спрыскивать воду на ее лицо, приводить ее в чувство. Что случилось? Она даже не может сказать. Врач! Что случилось, врач? Огромный демон в форме быка появился среди телят. Тебе нужно срочно идти туда, а иначе больше не останется теленков во врадже. А, все были в испуге. Ну, конечно, это не по-настоящему. Она играет, притворяется. Чандравали сказала: «Хорошо, пойдем». Кришна говорит: «Нет, я не могу. Он очень могущественный. Если этот демон узнает...» «Пусть лучше демон меня убьет, я один пойду туда. Если меня родители убьют...» А Кришна говорит: «Я не пойду, иначе если меня убьют, мои родители будут
будут убиты горем. Чандравли говорит, а можно Кришну с расстояния показать? Рупа Манджари стала чесать голову, раздумывая. Да, может быть. Издалека. Хорошо. Она вытащила Кришну. Там уже стояла Рати Манджари, Раман Манджари, Рати Манджари вместе. И Рупа Манджари говорит, хорошо, пойдемте. Мы тебе сейчас хороший урок зададим. Что, ты всегда говоришь, я никогда не хожу к Чандравали. Вот сегодня мы тебя с наличным поймали там. И тогда Кришна взмолился, простите, простите меня, я больше не пойду к ней. Рупа Манджари, ты не у меня будешь просить прощения. Если ты... Иди к Сваминиджи и держись за ее стопы, преданно проси прощения, а иначе нет у тебя спасения. Вот чем занимается наша Гуру Варга. Никунджа Юна Рати Келисиде. Вот так они вытаскивают Кришну из Кунджи Чандравали и устраивают встречу с Радикой на Радакунде. Радика посылает наших Гуру Варгу сюда. Поэтому Радика более милостива, чем Кришна. Она посылает к нам Гуру Варгу, наших учителей. Она более милостива, чем Кришна, поэтому. А теперь мы подходим о том, как Махапрабху более милостив, чем Радия и Кришна. Милостив, чем Рада и Кришна. Кришна дает прему. Лакасья Бавато. Кришна дарует прему даже лианам. Кто эти лианы? Это далеко не обычные лианы. Эти лианы его близкие спутники. Вот им он дает прему. А Махапрабху? Махапрабху? Если даже Махапрабху видели с большого расстояния, они обретали Кришна прему. Кришна так не делал.
и Кришна. Если что-то делали не так, Кришна убивал. Несмотря на то, что он даровал свою милость, но эти демоны понимали эту милость только после смерти. А Махапрабху никого не убивает, не поднимает оружие. Он очищает сердце и дает Кришна прию. Поэтому он более милостив, чем Рада Кришна. Когда Махапрабху идет по лесу Джариканда, все животные, которые обычно по природе враждебны друг другу, такие как олени и тигры, целовали друг друга и пели Маха-мантру. Настолько милостив Махапрабху. Он, как он был милостив Джагай Матая в других инкарнациях, они бы немедленно их убили, Джагай Матая. А он что сделал? Он дал им Кришна прему, поэтому он более милостив, чем Рада и Кришна. Завтра будем обсуждать опять из Навадвипа Дамы Махатмя. Сейчас время прасада.